Здравствуйте! Рада приветствовать всех гостей и подписчиков моего канала. Сегодня я буду делать очень нежный набор для одной прекрасной пары. Начнем с оформления шампанского. Очищаем бутылку от всех этикеток, обезжириваем. Для окраски нам понадобится грунт Sonnet и акриловая краска Hobby Deluxe, цвет слоновая кость. Наносим небольшое количество грунта на губку. И окрашиваем нашу бутылочку в один слой. После высыхания грунта наносим слой акриловой краски. Таким же способом. Для декора нашей бутылочки нам понадобятся розочки с полимерной глины нежно-розового цвета. Розочки я сделала заранее. Как делать розочки с полимерной глины, я дам ссылку в описании. Также нам понадобятся бусинки на леске. Для этого нам нужно взять леску для плетения бисером, продеть бусинку и закрутить. Лишнее отрезаем. Вот такие бусинки на леске у нас получается. Нам нужно сделать небольшое количество таких бусинок. Приступаем составление композиции на нашем шампанском. Нам понадобится красивое кружево, клей. Клей у меня вот такой. Вы можете использовать либо момент кристалл, либо титан. Наносим небольшое количество клея на кружево и приклеиваем его на бутылочку. В серединку нашей бутылки приклеиваем вот такую монограмму с инициалами молодожёнов. Мы делали ее под заказ. Приступаем к созданию композиции. Для этого начнем с розочек. Для этого берем клей, наносим небольшое количество клея и приклеиваем розочки. В серединку клеим самую крупную, потом здесь поменьше и самые маленькие. И приклеиваем две маленькие розочки. Теперь между цветочками мы будем приклеивать наши бусинки-тычинки. Также я буду использовать вот такие тычинки, уже готовые. Между цветочками мы вставляем пару бусинок. И искусственные тычинки. Вот такая вот красота уже получается. Дополняем декор бусинками и стразинками. Верхнюю часть нашей композиции приклеиваем еще два цветочка. Побольше и поменьше. Точно так же дополняем тычинками. И бусинками на леске. Вот такая композиция уже получается. Теперь сюда мы будем добавлять стразинки, уходящие наверх. Берем небольшие стразинки, приклеиваем. Верхушку нашего шампанского оформляем тем же самым кружевом. Вырезаем кусочек по размеру.
и приклеиваем. В итоге у нас получается вот такая вот пара красивого шампанского. Аналогичным способом делаем бокалы.